58 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок, либо на определенный срок до 5 лет. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. Заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.